Поддержка сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений экономического развития страны. В районах республики ежегодно появляются новые животноводческие и растениеводческие хозяйства. Наши корреспонденты побывали на открытии телятника на молочно-товарной ферме в Янтиковском районе. На ферме предпринимателя Сергея Илларионова трудится всего 15 человек, в том числе и члены семьи. Но даже при таком небольшом трудовом коллективе удается получать прибыль. Ежегодно здесь производится более 1000 тонн молока. Использование современных технологий, сотрудничество с учеными Чувашского государственного университета, строгий распорядок работы – это и помогает расширять колхозно-фермерское хозяйство. Хозяйство Илларионова Сергея Разиновича, где мы сегодня вот находимся, оно одно из образцовых, где вот как раз то, что мы хотим добиться, вот вся продукция от поля до прилавка, вся организация работы, ну, работа организована вот именно так, как должно быть. Сегодня благодаря вот таким вот руководителям, благодаря вот этим действующим программам государственным, на селе появляется возможность найти достойную работу. Именно молоко с фермы Илларионова впервые поступило на продажу в молокоматах. Таким образом, на ферме действует замкнутый цикл производства – от заготовки кормов до реализации молока. Со дня открытия фермы за 3 года поголовье скота увеличилось втрое. Новый телятник рассчитан на 164 коровы. В общей сложности количество скотомест превысило 700. Но такие успехи лишь стимулируют предпринимателя в планах дальнейшего расширения хозяйства. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.